Покупайте скорей! Завтра нас может тут не быть! Тобой управляет гнев. Я пожертвовал всем, чтобы спасти людей! А вы... Если так будет всегда. Нужно что-то обменять на еду. Монголам сюда лучше не соваться. Чего ждать, пока они нас найдут? Он и хорошо платит. Ты мой верный помощник. Я уж думал, ты не придешь. А я думал, что ты... Фуна, думаю, Тензо рассказал тебе, кто я. Да, Сакай, рассказал. Знаешь, не будь мы на войне, вы оба уже кормили бы мух. Если вцепимся друг другу в глотки, не выживем. Сперва остановим Орлицу. Личные счеты потом. Ладно. Я пришла услышать твой план, Сакай. Как кучке разбойников победить целое монгольское войско? Как вы победили самураев 15 лет назад? Заманили моего отца в ущелье Сэндзю, убили его, и клан Сакай отступил. Так же будет и с орлиным племенем. Как привлечь ее внимание? Ей нужен я. Погонится за мной, заманю ее в ущелье Сэндзю. А там будем поджидать мы и всех перебьем. Может сработать. Сперва Орлицу нужно найти. Она не сидит на месте. Ищет новых жертв. Мои люди прочесывают остров. Ее найдут. И тогда я привлеку ее внимание. Ты будешь не один. Орлица скоро найдет и сожжет дотла наше убежище. Если есть возможность ее остановить, значит, надо ею воспользоваться. Решено. Тензо, на тебе лазутчики. Засаду беру на себя. Я пока буду ждать здесь. Один выстрел, чтобы сбить Орлицу. Не промахнитесь. Дзин! Войско Орлицы на подходе! Фуна, на месте? Наши в ущельях уже наготове. Теперь надо заманить к ним монголов. За войском Орлицы следят мои люди. Мы с ними встретимся. Когда нападем, я отвлеку ее. Ты сказал, она тебя ищет. Зачем ей отравленный самурай? Хочет сделать меня своим шаманом. Что? Ее человек сказал, что она хочет переманить меня к себе. Но она напоила тебя ядом. Ее священное снадобье действительно яд. Но шаманы используют его для инициации. Видения продолжаются? Да. И становится хуже. Я предупреждала, что тебя ждут безумие и смерть. Тензо, сюда! Монголы прочесывают остров. Ищут какого-то самурая. Орлица с ними. Она остановила поиски и выпустила несколько орлов. Нас не заметили. Подберемся ближе. Ищите шлем Орлицы. Его легко заметить. Вот она. Это Орлица. Где? Я не вижу. Вон там. Она видит нас. Вперед! В
Вот ты где, господин Сакай. Я давно тебя ищу. Нет, не сейчас. Прими мой дар. Стань моим шаманом. Твой дар — отрава. Откажи мне, и тотчас умрешь, как твой отец. Проклятие, где она? Тензу! Орлица ушла! Ищи ее! Ее здесь и не было! Что случилось, Дзин? Монголы поджидали нас. Но если орлицы здесь не было, тогда где она? Где же я, Дзин? Замолчи! Какое место на этом острове зовет тебя? Где нам суждено встретиться снова? Неужели? Ущелье Сэндио! Орлица там, где убили моего отца. Быстрее, назад к Фуне! Я недооценил орлицу. А может, ты просто хотел к ней в услужение? Принеся нас ей в дар. Я не предатель. Я был в плену, одурманен. Принял орлицу за кого-то другого. Рассказал ей про отца, про то, что было в ущелье Сэндио. Она знала, где погиб твой отец. Потом узнала, что ты с нами. Даже про наш план проведала. Она нас опережает. Но шанс есть, Тензо! Их там целое войско! Фуны не справятся! Анхсах-Хатун! Где ты? Я знаю, ты здесь! Выходи! Мерзавцы появились из ниоткуда. Что случилось? Потом объясним. Орлицу видела? Она возглавила атаку, перебила моих людей. Нужно отступить в укрытие. Второго шанса у нас не будет. Орлицу нужно убить сегодня. Упрямый, как мои ребята. Тогда вперед. Слушайте меня, охотимся на орлицу! Быстро в ущелье! Поздно. Битва проиграна. Ты подвел друзей, так же, как отца. Ты помнишь, как позволил ему умереть? Быстро! Ко мне! Спасибо. Let's go.
разум помутился. А вдруг это сражение тебе чудится? А? Дин, ты с нами? Да. Господин Сакай, ты вернулся ко мне. Орлица, теперь она здесь. Помнишь, как Кадзумаса истекал кровью, а ты трясся от страха, словно ягненок? Я был ребенком. Ты сын самурая, не крестьянина, но когда твой отец попал в беду, ты спрятался как трус. Дин, все хорошо? Да, не отступать! Помощь нужна. Ты как, держишься? Раньше я слышал ее голос. Теперь вижу ее. Чувствую. Может, здесь видение становится ярче? Надоело сражаться, господин Сакай. Подойди, я подарю тебе мир. А я подарю тебе холодной стали! Дин, держись давай! Помнишь, как разносились по ущелью его предсмертные вопли? Позволь мне унять твою боль. Отправляйся в пекло! Где-то рядом. Ты знаешь, где меня искать, ведь знаешь? Орлица ждет к востоку отсюда. Там погиб мой отец. Я не буду полагаться на твое чутье, самурай. Иди на восток. Мы с Тензо пойдем другим путем. Нет. Дзину нужна помощь. Я пойду с ним. Удачи. Вам обоим. За мной! Сокрушим монголов! Думаешь, самый сильный? Я жду в сердце твоей боли. Позволь тебя исцелить.
Проклятье, замолчи уже! Дзин, тебе лучше отступить. Слишком поздно. Мы на месте. Здесь ты убил моего отца. Тебя привело священное снадобье. Ты знаешь зачем? Чтобы остановить тебя. Нет, чтобы исцелиться. Ты годами прятал от себя свою боль, а снадобье раскрывает тебе глаза. Против моей воли. Твое зелье — это оружие. Не позволяй мраку овладеть тобой, Дзин. Пусть твой дух воспарит в вечном голубом небе. Я не парю над своими соратниками. Я служу им. Даже тем, кто убил твоего отца. Да, даже им. Стыдоба. Тензо, бери остальных. Орлица моя. Разве можно? Тебе меня не убить! Ты ум. Теперь я несу смерть. Пусть суд над тобой вершат твои предки. Отец. Дзин. Помоги. Что мы не погибли вместе, как воины. Прости, что подвел, отец. Ты подвел весь клан. Ты очернил наше имя. Здесь до сих пор не забыли нашу жестокость. Иногда... Жизнь требует жестокости. Это и для меня было непросто. Но я выполнял свой долг. Ты помнил о долге только в бою, но не дома. Ты был мне нужен. Когда твоя мать умерла, я не знал, что мне делать с маленьким сыном. И воспитал самурая. Пора, Дзин. Делай то, что должно. Смой позор с нашего имени. Отомсти. Убей его, трус! Нет. Я не стану таким, как ты. Я не в ответе за твои поступки. И за твою смерть я не в ответе.
сейчас. И ты предстанешь перед судом своих предков. Так будет. Пусть смерть твоя украсит все живое. Сильно ранен? Жить буду. А ты как? Еще слышишь ее? Нет. Прости меня, Дин. И ты меня. Я думаю, надо выпить. Пойду-ка я к Фуне. Обрадую. Иди. Я скоро буду. Ты уж не тяни, Дзин. Тень перед смертью. Рука отца воздета. Навстречу небу. О, да к нам самураев пожаловал. Фуне, Дензо, я смотрю, дела неплохи. Без орлицы и дышится легче. Это ты постарался. Как и вы. Мы и все племя ее отсюда прогоним, если продолжим сражаться. Слышала, Фуне? Он сказал мы. Ты зайди потом, Сакай. Мне нужен самурай, которому можно доверить секрет. Вижу, тебе лучше. Только смеяться больно. Но с тобой мне это не грозит. Ты все равно смеешься только над своими шутками. Но мечом махать, как раньше, я уже не смогу. Значит, мирные торговцы теперь вздохнут спокойно. И чем думаешь заняться? Многие еще страдают от яда орлицы. Их не вылечить, но можно облегчить муки. Может, кто-то даже исцелится, как ты.
Из-за яда орлицы мне пришлось заново пережить гибель отца. Он толкал меня к мести. Что ты сделал? Понял, что не хочу мстить. Его гибель преследовала меня всю жизнь. Я стремился быть как он. Винил себя в его смерти. Презирал за то, что выжил. Так что я оставил прошлое позади. Отринул чувство вины. Это помогло? Тьма не уходит бесследно. Но понемногу рассеивается. Может, исцеление в этом? Помочь людям пережить свой страх, посмотрев ему в глаза. Надеюсь, что так. Когда-то я и представить не мог, что скажу это, но... Рад, что мы встретились, Тензо. Не думал, что скажу это, но... Спасибо, Дин. Самурай кланяется разбойнику. Теперь я видел все. Отдохнуть хочешь? Тогда проси монголов пару дней не нападать.